Роман Куликов рассказывает, что бегал хорошо еще с детского сада, но в секции легкой атлетикой не занимался. Больше уделял внимание акробатике и футболу. Однако бег оставался в жизни Романа. Активно бегать на соревнованиях и марафонах он начал с середины апреля 2022 года. Свои первые 5 километров Роман пробежал на городском турнире памяти Кугукина. За ним был трейл в 10 километров. И потом такой степени разбегался, что потом пошли марафоны. И потом в том году пробежал свой первый ультрамарафон дистанции 57 километров 600 метров. Интерес к забегам у Романа появился после того, как он познакомился с беговой компанией. Многому учился у своих товарищей, перенимал опыт и советы. Интерес к спорту подогревает и профессия. Роман Куликов работает в сфере физической культуры. В прошлом году мужчина участвовал в порядка 40 стартах. Саровчанина отметили и пригласили выступать за нижегородский клуб «Камнеград», а также сделали амбассадором ГТО и спорта по Нижегородской области. Последний забег – это был мой марафон. Занял второе место в группе 18-39 мужчины. Также и в Балахне тоже было третье место на дистанции. Плюс еще были трейлы Лыского, тоже дистанция до больше 25 километров. И в Парижской коммуне, Боржский район. Роман Куликов – победитель открытого кубка Нижегородской области по трейлу. Спортсмен занимается и горным, и шоссейным бегом. Бегает трейлы не только по Нижегородской области, но и по другим регионам России. В Ивановской, Владимирской области, Мордовии. И во многих забегах он занимал призовые места. Каждый забег уникален по-своему, говорит Роман. Но из раза в раз – это вызов, преодоление и проверка себя. Запомнился у меня забег в минус 30 в Нижнем Новгороде. Это был рождественский забег. Ты бежишь, все замерзает, непередаваемые ощущения. В другом вообще дышишь. Запомнить, конечно, броды. Это грудь запомнить. И недавно вот бегали в трейл в Боржский район, Парижской коммуны. Очень много плыли. И Лыску запомнилось. То есть больше километра бежишь по воде в Волге. Сейчас Роман Куликов планирует выйти на старты в Нижнем Новгороде. Главная цель у спортсмена – хорошо подготовиться и пробежать уже в следующем году дистанцию 100 километров. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.